Всем привет! Сегодня 28 июля. У меня такой блог необычный. Я нахожусь где-то за городом. Ну, отчасти, наверное, в лесу, в Михнево. Вчера вечером, как я сказал, приехал сюда с мамой. Неожиданно у мамы здесь есть у подруги дача, но подруга не пользуется этой дачей. У них там сменились жизненные приоритеты. Она где-то на море отдыхает. А мама сюда просто по мере возможностей приезжает и проводит здесь время. Ей здесь намного лучше и легче, чем в Москве. Ну, поскольку делать тут на даче мне нечего, мы решили прогуляться. На участке скучно сидеть. И я сразу начал собирать грибочки. И грибов в этом году очень много. Судя по ленте Facebook, Instagram, моих друзей, то, что я вижу, то, что на дорогах едешь, на трассе видишь, продаются. И сейчас я вам буду показывать все, что мы найдем, хотя сложно назвать это, что мы пошли за грибами. Мы за ними совсем не пошли, мы решили прогуляться до магазина и просто вот здесь прям недалеко от участка такой лес, и попадаются грибы. Мама идет, собирает. Идет, мама идет. Идет. Ох, ничего себе, правда. Ох, правда, ничего себе. Вот это ты даешь, Ромаша. Да это ты нашла, это не я. Ладно. Вот правда, нюх-то, как скажет Даниэль. Покажи всем грибочек. Какой большой, красивый. Да. Вот совсем маленькие белые. Это не то, да? Это. Нет, это брось. Как у. Это не белые, а вот белые. Вот белый. Да, белый гриб. Белый. Вот совсем лялечка. Но это. Нет, это лялечка не белого гриба, а вот эти два. Вот, мам, два белых тогда. Принимай. Лялечка не белый. Да. Держи, беленькие. Во. Эти маленькие. Вот видишь, вот как их уже улитки жрут. Да. Красивый белый, еще один. Класс. Огромный такой мухомор. Видела, мам, мухомор огромный? Так, так идем по опушке и собираем вдоль домов. Подосиновик. Да. Круто. Вот так мы с мамой идем в магазин. Местное сельпо. И параллельно собираем грибочки, причем довольно успешно. Если углубиться в лес и заняться этим серьезно, ну не в воскресенье, конечно, потому что дачники уже все давно собрали, но даже за дачниками мы идем собираем и находим белые подберезовики, подосиновики. Ой, какой хорошенький, молоденький. Беленький. Руки мои. Вот так вот выглядит наш улов, то, что мы насобирали по дороге в магазин. Белые подберезовики, лисички, подосиновики. А вот это уже обманка. Тут на огороде стоят искусственные грибы, рядом с которыми мы положили то, что насобирали, и сделали фото. Из грибов мама сварила супчик на завтра. Будем кушать. Вот и мама там вышла на крыльцо. Я рассказываю, что ты супчик сварила грибной, очень вкусный. А кто грибы находил, Ромочка? Да, вместе находили грибы. Вот. А завтра буду показывать уже участок и растения, которые его тут насаждают. Сегодня не стал показывать. Иди, крыжовник рви. Крыжовник, да. Крыжовник еще не ел. Сейчас покажу крыжовник, ладно. Уже хотел попрощаться, завершить выпуск сегодня. Мама отправила показать крыжовник. Вот крыжовник. Много его. О, какой крупный. Яблоки. Ну, в принципе, участок как участок. Завтра при свете дня пройдусь, все покажу, что тут есть, что растет. Я еще сам толком здесь особо не ходил, как-то утром проснулся, позавтракал. И мы
пошли в магазин и по дороге насобирали грибочков, которые завтра будем уже в супе есть, а вон мама отдыхает. Ладно, таким вот был этот день, 28 июля, день военно-морского флота. Всех ветеранов ЦСКА ВМФ поздравил, отправил смски, получил ответы. Вот, ну ладно, до завтра, пока-пока.